Я хочу отметить очень хорошую работу Центральной избирательной комиссии Гагаузии, которая в соответствии с договоренностями, которые были с Центральной избирательной комиссией Республики Молдова, работает в тесном контакте. Наш ЦИК направил письмо с предложением пригласить международных наблюдателей. Центральная избирательная комиссия во главе с господином Чакан оповестила другие аналогичные структуры в других странах, и уже есть первые аккредитованные в ЦИКе и у нас наблюдатели международные на выборах Башкана-Гагаузии. Это очень хорошая работа. До сегодняшнего дня, насколько я знаю, жалоб не поступало на действия ЦИК. ЦИК очень оперативно рассматривает все вопросы. В целом я оцениваю как очень хорошую работу Центральной избирательной комиссии по организации подготовки к выборам главы Гагаузии. Дай Бог, чтобы они так до 22 числа отработали, 22 провели выборы и потом дальше уже до конца, чтобы достойно завершили свой мандат.